выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. От душевного мятежа многие приходят к религии. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Для человека с буквой «О» в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Люди с этим именем большое значение придают личной выгоде. И это не обязательно, что материальные или денежные. Мечты этих людей связаны с реальностью. Они не летают в облаках, а напротив, четко планируют и делают тонкие расчеты, позволяющие достигать цели и поддерживать организованность своей жизни. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Владельцы этого имени готовы прийти на помощь другим людям. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.